Кстати, да, у украинского народа тоже есть много поговорок в отношении русского северного соседа. И первое, что приходит в голову, это есть такая поговорочка: «Хочет добрый человек, але москаль». То есть в переводе на русский язык для наших русскоязычных слушателей: «Хоть человек хороший, но россиянин». То есть уже вот такое вот, к сожалению, негативное отношение веками. А вы знаете, что вот я же вам сказал эти поговорки, да? Тут же нет никакого унижения русских людей по этническому признаку. Никакого унижения нет. Это спокойный исторический опыт Это не общения нами с этим придумано, к сообществом. сожалению, Да. И тут нет оскорблений, никто никого не обзывает. Просто есть меры предосторожности. Вот если есть медведь, то надо есть техники безопасности общения с ним. Там к клетке не подходи. Там это. Вот здесь такая же самая история.